Вы получили разрешение на разблокировку телефона Xiaomi. А что же дальше? А дальше все просто. Идем на сайт en.miui.com, логинимся в свой личный кабинет, ведь он у вас уже создан, раз вы подавали заявку на разблокирование. Если все нормально, то нажимаем в правом верхнем углу кнопочку Unlock. Откроется страничка с большой кнопочкой Unlock Now. Еще раз проверьте, залогинились ли вы в свою учетную запись Xiaomi. После этого можете нажимать кнопочку Unlock Now. Откроется информационная страничка с описанием процесса разблокировки, а также со ссылкой для скачивания приложения Mi Unlock. Оно потребуется нам для осуществления самого процесса разблокировки загрузчика вашего телефона Xiaomi. Скачиваем приложение Mi Unlock по предложенной вам ссылке и распаковываем его в любое место вашего жесткого диска. После распаковки приложения запустите его и залогиньтесь с помощью его в свой Mi аккаунт. Далее выключите ваш телефон и запустите его в режиме Fast Boot. Как это сделать? Да очень просто. Просто на выключенном телефоне зажмите клавишу громкость вниз и кнопку питания. После этого телефон загрузится в режиме Fast Boot. Если все предыдущие шаги получились у вас удачно, подключите телефон кабелем через USB к компьютеру и в программе Mi Unlock нажмите клавишу Unlock. Итак, рассмотрим немного более подробно весь процесс по разблокированию. Для начала скачаем саму программу Mi Unlock. Она распространяется в виде zip-архива. Устанавливать ее не надо, просто скачиваем архив в определенное место вашего диска и распаковываем. После распаковки программы находим исполняемый файл и запускаем его. В самой программе производим вход в свой личный кабинет Xiaomi. Ну, вводим реквизиты для входа. Это электронный адрес вашей почты, который вы использовали при регистрации, ну и, соответственно, пароль от вашего аккаунта к Xiaomi. После ввода регистрационных данных система проверит, имеете ли вы разрешение на разблокировку загрузчика. Если вы правильно подключили телефон в режиме Fast Boot, то увидите надпись Phone Connected. После этого можно нажимать кнопочку Unlock. На экране будет цифрами отображаться процесс разблокировки. Иногда вы можете получить ошибку в процессе разблокировки. Например, такую, как невозможно проверить ваше устройство. Такая ошибка происходит от того, что при работе с вашим телефоном вы ни разу не входили в аккаунт Xiaomi. Для того, чтобы процесс разблокировки прошел удачно, вам необходимо хотя бы один раз зайти с вашего мобильного телефона Xiaomi в ваш аккаунт Xiaomi. И тогда при последующей разблокировке никакой ошибки показываться не будет. Все пройдет удачно и телефон разблокируется. Если все необходимые условия для разблокировки загрузчика соблюдены, то по окончании процесса разблокировки вы увидите надпись зеленого цвета о том, что разблокировка прошла удачно.